Чемпионат России среди женских команд, высшая лига Б. Финальный тур, 13-18 место. Встречаются команды. Команда Брянск, город Брянск. И команда Алтай, Петербург, Академия города Барнаул. Алтай в красной форме, Брянск в синей. Матч судит. Первый судья, судья первой категории Артем Тимков, город Барнаул. Судья, судья первой категории Александр Аверьянов, город Нижний Новгород. Судья Дмитрий Пучков, Дмитрий и Ефимов Александр, Московская коллегия судей. Секретарь матча Ольга Мимишина, Москва. Главный судья, хор, судья всероссийской категории Татьяна Горячев, Всероссийская федерация волейбола. На площадку приглашается стартовый состав команды «Алтай Педэкономи» Академии города Барнаул. На площадку команды Анастасия Черкова, четвертый номер Кристина Попова, пятый номер Алена Попова, девятый номер капитан команды Ксения Ракитина, десятый номер Дарья Ремпель и 13-й номер Ксения Корсакова. Лидеры команды Евгения Лифанова. Главный тренер команды Владимир Красиков. Лидеры команды. 15-й номер Валерия Фомичева. Главный тренер команды Василий Толчин.
тайм-аут. Hey!
19-16. И тайм-аут взяла команда Брянск. Thank you.
площадке Бордо. На площадке Володинского номера Ольга Мальцева. Oh!
Thank you.
технический тайм-аут. Thank you.
18-22. Второй тайм-аут команды «Барнаул». Thank you.
третья партия. 0-0. Thank you.
Thank you.
Технический тайм-аут. На площадку выходит третий номер. Анастасия.
Напоминаю вам, что завтра, 3 марта,